13 декабря 2021 года. Сочи, стадион Фишт, за полчаса до матча. Ну, то есть за 45 минут. Ну, что-то болельщиков немного пока спартаковских. Видимо, будут подтягиваться в последние минуты матча. Хотя вокруг там толпа есть. Это на самокатах подтягиваются. Есть только одна хозяйка. Указ нет, столпотворений, все спокойно, чинно. Кстати, быстро поевали.